Включилось. Китайский датчик подхватился на ура. Датчик температуры. Типа. Тоже без дополнительных устройств подключился. Соответственно. Как-то вот так это все показывает. Крутим потихонечку, побыстрее. Так. Датчик температуры. Можно попробовать погреть. Он будет показывать больше. Ну, так не видно, наверное. Не очень быстро показывает, но двигается. Может попробовать разогнать барабан. Всяких настроек, подключение всяких вещей, калибровка, соответствие датчиков, ну, короче, куча всего интересного.